Всем привет, с вами Андрей Чент, и это God of War Ragnarok. Мы освободили нашу Фрейю, теперь ее ничего не сковывают, и мы пытаемся выбраться из леса. И закончили на том моменте, что здесь у нас ждут... Вот хорошее ядовитое облако влетело. Отлично. Одного убили. Ага, вон еще одна. Сбили. Сняли. Опа, шо это? О! Мужчина, здравствуйте. Ох ты, бля. Ай-яй-яй, бля. Да сейчас, подожди. Придется вот сюда вот так вот делать. Уф. Уф. Ты Настя жахнула. Где мой топор? Алка. Алка. Алкоголик. Давай. Есть. Есть, оно сбило. Так. Отлично. Все, разбросали? Разбросали. Поднимем ярость. Так, тут я вижу жизни. А нет, ни хрена, это ярость. Так, ладно. А вот там что-то валялось. Я прошу прощения, я на секундочку. Жизнь и... Что-то еще вроде было, не? Значит, показалось. Так, ну... Ладно. А, нам не сюда, а куда нам? Ага, вижу. Все, чему меня научил мой бывший супруг... Это то, что нет предела тому, как глубоко душа может погрязнуть во тьме. Я вышла за него, чтобы спасти свою родину, но он все равно ее забрал. Развеял мой народ по ветру. Может, пора положить этому конец? Хороший муж может, был. Может, пора кому-то осуществить пророчество Гро? Фрей, я не хочу войны. Война — страшная вещь, Кратос. Но есть нечто пострашнее. Если Атрей ринулся навстречу Рагнарёку, сможешь ли ты его остановить? Смогу. А если нет? Я научил его выживать без меня, если придется. Берегись, стреляет, бля. Я им нравлюсь, а чужаков они не любят. Понятно. А, вон вижу. И цветочки. А, так мы их не убьем. Это ж нужно... Ладно, они не нужны мне. Это ж нужно где-то было луковицу, да, увидеть. Ладно. Ага, мы здесь были, все. Тихо. Шш. У меня вопрос. Вот если... Ни хрена, да, не произойдет? Ладно, все, вопросов нет. Вот этот момент ты мне скажи, ты можешь снять? У нас нет нужного снаряжения. Вопроса и больше нет. Чем ты займешься, раз не подготовка к войне? Я не знаю. Но я не хочу рисковать Атреем. Лучше соображай быстрее, иначе кто-то примет это решение за тебя. Чё такая дерзкая? А, мы уже вернулись, все. Готово? Готовее некуда. Ты такой, о, сестра! Ха-ха-ха!
Опа. Это и впрямь ты. Ты наконец вернулась. Да. Отпразднуем. Ты сядешь на трон. Начнем заново. Мы снова будем вместе, а? Как в былые деньки. Я не останусь. Не понимаю. Ты здесь. Вместе мы смогли бы вернуть то, что наше. Я только вернула себе то, что мое. У меня много дел. Ты ведь видела, что стало с миром, так? Неужто тебе все равно? Сомневаешься в моей верности? Ванахем от меня отвернулся! Ах, все не можешь забыть старых обид? Я должна была спасти как можно больше наших людей. Это была моя обязанность. Ты не принимал это всерьез тогда, да и теперь, похоже, тоже. Думаешь, для меня это все игра? Да. Твой безумный супруг отнял абсолютно все, что у нас было. Его родичи попытались сжечь меня. И как я должен был поступать? Как мой брат. Как тот, кто с детства всегда меня поддерживал. И тот, кого всегда поддерживала я, даже несмотря на его эгоизм. Я думала, что ты найдешь меня. Что хотя ты зол и обижен, ты будешь мне искать. Бросишь меня, когда я в тебе нуждаюсь. Фрея, прошу я. Ну скажи там прости. Я думал, ты мертва. Я столько лет жил с теми жестокими словами, что сказал тебе. Представляешь, каково это? Знать, что твое себялюбие погубило самого дорогого тебе человека. Бросить тебя. Фрея. Я скорбел. Я так по тебе тосковал. Приятные моменты. Я тоже, Ингви. Но теперь я свободна и не хочу быть привязанной к еще одному миру. Я пришлю подмогу. И однажды вернусь. Обещаю. Угу. Этот мир уже давно тебе не дом, да? Делай то, что должна. Так, так, ну все, хватит. Вам что, делать больше нечего, кроме как глазеть на семейные дрязги? Вы двое, пошли. Да не ты. Я хочу обсудить с вами пару... Во-вторых, я чую на твоем луке магию печати. Наси, он переместился. Пожалуй, я украду эту идейку. А тебе дам взамен заклятие звука. По рукам? Ага, заклятие звука. В-третьих, ай, блин, раз вы отправитесь дальше, стоит упомянуть, что мы с Синдри держим ночлежку для безработных богов. Как надоест морозить задницу в Мидгарде, приходи с бородачом, проведай своего друга Тюра. Это очень мило. Очень может быть. Сила звука, ну, принята. Теперь лук Фрея может стрелять как звуковыми стрелами, так и обычными стрелами. Или, с печати. Если надо, могу что-нибудь смастерить. Ну, брат, потолкуем с нашими новыми союзниками.
Да сейчас ты меня оставь меня, бляха-муха. Покинут лагерь. Твой крепкий напарник мне кое с чем поможет. Возможно. Так, иногда у меня там. Он снисходит до помощи. А, вы хотите, блин, дополнительное Начнем. Задание мне? Так, Левиафан. Да, у нас это было. Улучшаем. Уф. Так. А, дальше. Создать, либо улучшить. Рукоять, сила 8-11, а здесь... Слушай, так хорошая штука. Хорошая рукоять, как по мне. Так. Все, теперь у нас есть хорошая рукоять. Была такая, стала такая. Подходит. Клинки хаоса. Также можно улучшить. Дальше. У нас сейчас одета сила 8, удача 9. 11, 13. Давай вот эту. Давай на защиту. Да. Использовать. Так, щиты. Что у нас по щитам вообще? Ага, очищенный металл, но нам все равно его не хватает. Окей. По броне. О, что делаем? Тут тоже ничего. По амулетам. Давай так посмотрим. Ага, мне нужен самоцвет. Тоже ни хрена. Особые предметы. Чары. Топ-чары. Подожди, а в амулет чары вставляются ж? Так, преимущество увеличения урона, наносимого в ближнем бою врагам, на которых действуют негативные эффекты. Так, когда здоровье Кратоса выше 7, он наносит увеличенный урон в ближнем бою в зависимости от своей защиты. Окей, сопротивление к ослеплению. Ну давай вот это вот хороший момент. Или удача. Увеличение урона на 7 ближнем бою. Да. И вот это. Так. Теперь. Реликвии. Это у нас нету. Аксессуары. А госпожа Фрейя? А, у нас есть улучшение. О. Че улучшать будем? Так, вперед восстановление рунного призыва. Нет. Камни здоровья ярости возвращает 3 рунные стрелы. Либо враг, на который действует звук. А, это я улучшаю для нее. А, звуковые стрелы накладывают значительно более сильный негативный эффект. Период восстановления рунного призыва. Негативный эффект накладывает. Угу. Использование камня здоровья или ярости возвращает 3 рунные стрелы. Значительно восстанавливает. Блин, вот что его взять? Ну давай звуковую вот этот вот. Ну что, решился? Так, по ресурсам. Простой камень воскрешения. О, а этот получше, да? Превосходный камень воскрешения. Волшебный камень жилет убитого воина с большим запасом здоровья. О, давай. А как его взять? Можно носить только один. Окей, тогда продаем старый. Вот этот. Это будет очень кстати. А вот этот покупаем. Превосходный камень. О. Отлично. Артефактом. Ну, снаряжение можем да продать. Брошу к остальному. Ну, вроде бы все. У меня уже руки чешутся. Так, мы единственное, что еще можем ставить теперь... В амулет, да, вот у нас выпало. Так, стойкость Мидгарда у нас есть. Требуемая особенность 1 из 3. Так, преимущество наносим в ближнем бою. Ну давай в ближнем бою.
А как качнуть, мне интересно, вот это вот? Заменить чары. Набор мидгардских чар. Один из трех. А как его качать? Давай вот так вот, лата. Броня для бедер. А, у меня навыки должны были открыться. Вот, отлично, Левиафан. Так, тактика, что мне открылось? Удерживайте во время бега, чтобы быстро... Ледяное пробуждение. Окей, дальний бой, что? Заражая с голыми руками. И это что? Нажмите, чтобы мгновенно вернуть топор. Ближний бой. Серия слабых атак, завершающая односилие. Выполнение нажимайте R3. Угу, окей. А по клинкам хаоса что? Ну давай вот этот ближний бой сделаем. Зараза, дорогой. Я только единственное не понял тогда один момент. В чем дело? Я мастерила всякую всячину для жителей поселений в дельте реки. Как явилось воинство Одина, я смоталась оттуда быстрее, чем Татцельвурм с подпаленным хвостом. Так спешила, что оставила там пару незаменимых вещей. И каких же? Ну, не пару, а одну. Сферу. Можете найти? Я была бы очень признательна. Что это? А если вам попадутся мои старые шедевры доспешного дела, я могу из этого старья смастерить для вас что-нибудь оригинальное. Что это за сфера? Просто принесите мне ее сюда, и я буду прыгать от счастья. Таинственная сфера. О, и если наткнетесь на мою броню, тащите сюда. Я для вас бесплатно залатаю. Найти сферу. Как думаешь, брат, что за сферу мы ищем? Понятия не имею. Ну да, лавка открыта. Так, по счетам мы посмотрели. Пока их невозможно улучшать. По броне. Сейчас что-нибудь сварганим. Да, ничего. Вот по амулету хорошо. А, вот где проблема у нас по улучшению амулета. Топ-чары. А, так это мы только вот и все. Этого нам не хватает, чтобы создать. Ну все, надо тогда реально. Еще брахла, приходи. Пока все. Так, у нас есть Фрея. Куда она делась? Она ж, по идее, теперь может стрелять по тем местам, которые нам нужны. Правильно? Ну вот, например, туда. Только вопрос, а где Фрея? Ну вот воздушная хрень. А как? Ты что-то ищешь? Можем уйти тем же путем, что пришли. Да я как бы хотел, чтобы тут на расстрельнуло, у тебя ж там. Ну ладно. Пошли. Закончил? То есть тут нельзя. Закончил. Я помню, где должен быть проход. За мной. Кажется, по достижении цели ваши отношения стали налаживаться. Могу я надеяться на то, что этот союз продлится? Мне кажется, сейчас у нас есть общий враг. Кратос, пусть ты не считаешь, что Рагнарёк неотвратим, но все-таки ты осознаешь, что Один опасен. Что бы ни случилось... Вместе у нас больше шансов выжить. Ну, да ладно, а вначале ты что говорила? Да. О том, что предлагал Брок. Как думаешь, ты смогла бы жить под одной крышей с двумя бывшими врагами? И не поддаться искушению отомстить? Не буду я тебе мстить. И тебе. Даю слово.
О, это уже хорошо. Открыто новое снаряжение и древо навыка. Умение Фрей. Применять как звуковые стрелы, так и печати. О. Теперь, когда Фрея стала вашей союзницей, вы можете изменять ее способности и снаряжение. Нажимайте L1 или R1, чтобы выбрать Фрею. Так, вы можете повысить боеспособность Фрея, лучше в ее меч и в лавке. Окей. Рунный призыв. Броня. Навыки. Фрея. Отлично. Дайте я пойму, что вообще ей можно откачать. Фрей принимает облик валькирии. Так я не могу пока это качать. Нахрена вы мне это показываете? Так, Фрей сражается более агрессивно, чаще парируя атаки, совершая натиск. Ну, нормально. Фрей принимает облик валькирии. Вот, все. Давай эту первую сделаем. И сделаем эту вторую. Дальше. Есть стрелы. И есть магия Вана, Фрей может вызывать лианы, которые... Вот, давай. А, нам не хватает... А, накуплено, все отлично. Лианы Фрей дольше держат пленников, окей. И Фрей может вызывать лианы, которые оплетают лежачих врагов и пускают облако яда. Давай. Все. Отлично. По поводу брони Фрей. Так, по аксессуарам. О, так я сейчас ее тут накидаю. Потом, использую камни здоровья или ярости, возвращаются две, так, в период оставления... Что ждать тебе, а? Улучшают звуковые стрелы на... А я тебе что дал? Действует звук, да, я тебе на звук накладывал. Давай вот это. И еще одну поставим тогда... Ну ладно, давай наперед эту. Есть. Броня Фрей. Это чисто только внешность? Или она за что-то боевое? Давай боевое. Пускай будет такая, типа, прямо женщина, что была. Так, рунный призыв. А, не хватает опыта. Угу, ладно. Меч. Меч у нас один только. По навыкам мы качнули. Ну все, пока. Вернуться к дому Синдри, закончив дела. Окей. Так, а у нее есть вот звуковые стрелы, правильно? Это, а вот звуковые. Ага. Таких замков Всё. Ты еще не видел. Чтобы его открыть, надо заколдовать резец. Ой, блин, это опять там валькирия, я так понимаю. Давай. Это бои. Букву. Это была буква? Суна. Это заклинание. Я псу на. Эльфы в лагере Фрейра что-то говорили о таких воротах в Альфхейме. И еще про святилище светлых эльфов за равниной. Пойдем, Вальфхейм. Я догадываюсь, что там. Это а-ля история о этом. Решим, как доберемся до врат. Давай возьмем эту лодку. Только нужно расчистить лианы. Помнишь как? Помню. Надо, чтобы ты настреляла как минимум вот этими. Там в реке упавшее бревно. На нем что-то мне незнакомое. Ага, там дальше звуковая стрела. Готов. Блин, мы вообще шли как бы на одно задание. Это правда? Тюр жив? Ну, да. Он не в лучшей форме. Пока что спит в чулане. Надо дать ему время. Как вы его нашли? Спасибо Атрею. Он отыскал пророчество, Стоп. Которое... А мы правильно плывем? Ну, типа, так и положено было, да?
У нас же типа задание какое-то было, не? А, ну там как раз. Ликаны, ну, ладно. Хранили для своего народа. Мы узнали об этом только когда к нам заглянули Тор и Один. Ваш дом? Он уцелел. А нет, это не Валькирия. Чудом. Я думал, что, знаете, откроем, и там будут эти боссы. Нужна была лишь для того, чтобы отвлечь нас, пока Один говорил с Атреем. Один с глазу на глаз с твоим сыном? Знаешь, о чем они говорили? Да. Атрей сказал, Один пригласил его в Асгард, чтобы помочь ему найти ответы. Ради которых он так не... на встречу судьбы. Это тревожно. Если ты готов с ним поговорить, врата прямо впереди. А если нет, есть у меня здесь одно дело, и мне пригодилась бы помощь. Или можно отправиться в то эльфийское святилище в пустыне. Если хочешь отправиться дальше, придется убрать это бревно из реки. Блин, да вы замахали. Вы меня постоянно пытаетесь чем-то напрячь. Мистические врата. Это таинственная сфера, да? Ладно, теперь можно плыть дальше. Надеюсь, мы сможем исправить старые ошибки. Они так и хотят меня направить. А ничего, что типа нам вообще нужно как бы... бляха-муха. В каком направлении? Слушай, ну мы плывем вообще не туда. Тебе не кажется? Напиток из росы. Постоянно так действует. Что за незавершенное дело? Я кое-что оставил. Да, мы не то поплыли, типа, получается. У водопадов. На месте своей свадьбы? И зачем тебе туда возвращаться? Чтобы обрести свободу от уз брака и от Асгард. Ты ведь уже давно порвала эти узы. Не совсем. Не до конца. Веди нас. Беспокойство Фрей. Что-то у вас как не срачка, так болячка. Ну, они там рядом находятся. Скажем так. Я так смотрю по карте. Навыки. То есть, типа, отслеживать. Я думаю, что одна, что вторая по карте, просьба находится очень рядом. Ну, выбор у меня небольшой, плыть только и плыть. Так, открыт новый регион, покажите по карте. Черт побери. Окей, плывем. В давние времена мой народ поселился на этой реке. Тысячи паломников проходили здесь, по пути к святилищу. Но затем явились асы. И вот все, что осталось. О, то я уже узнаю штуку. Сад Аст. Он весь зарос. Когда-то он был прекрасен. По карте, пожалуйста. Окей. Приготовь щит! Где мой этот, блин? Блин, пока, блин, тут... Яльфа!
атака пришла. Ой, ни хрена себе. Мне к этому жизнь не готовила. Он вообще умирает? Не, вроде валится. Где мой меч? Да, он валится. Ай, это Кратос, я виноват. Кратос, ты весь в огне. Пройдем. Да я знаю. Ой-о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 й. Где мой? Оп, ушел. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Есть контакт. Да. Звери не всегда были такими хищными. Природное равновесие нарушено. Да? Так, ладно. Это мы заморозили. Вот это ж понимаю, это ж вход к валькириям. Наверное, да. Надо же, еще работает. А нет, просто. Ну, в первой части были похожи, помните, часть заколдованные. Часть брони с клеймом Лунды. Жаль, сломано, но сделано добротно. Зачем бросать? Это подозрительно, брат? Если эта сфера ей так важна, она бы ее не оставила. Что это? Возможно. Да вы замахались с дополнительными заданиями. Дух. Вы вернулись. Астрид, что с тобой случилось? С твоим садом? Эйнхерии. Они загубили мой труд. Надругались над памятником вашей славе. Простите, госпожа. Тебе вовсе не нужно передо мной извиняться. Я дала обет ухаживать за вашим садом, пока вы не вернетесь. Я буду вечно взирать на эту гниль. Справедливое наказание. Я вернусь, Астрид. Кратос. Шо, Кратос, блин? Опять по карте еще одна. Раз, два. Так а что отслеживать? Почему? Земля — отражение тех, кто о ней заботится. И пока этот край отравлен, ее душа... Уничтожить яд... Уничтожить ядовые тотемы. Я только не пол... А каким образом хотите, чтобы я их уничтожил? По целям, пожалуйста. По просьбам. Так. Вот. Сад духа отравлен ядовыми тотемами. Надо уничтожить их, чтобы вернуть жизнь земле. Уничтожить тотемы. 0 из 3. 3 каких-то тотема. Нужно уничтожить тотемы. Они отравляют сад Астрид. А где тотем? Это тотем? Чтоб я хоть просто понимал. Что меня кусает? Семейная эмблема Хёнера. Бедня. Уничтожить тотем. Так, ладно, сейчас мы разберемся. Раз уж ты там, посмотри, нельзя ли пробраться внутрь? Что-нибудь выяснил? Так, это у нас, я помню, вот так. Все, это мы подожгли и защиту сняли. Да.
Что-то еще здесь есть? Ну, вот так вот. Дальше просто прыгаем вниз. Окей. Здравствуй. Добрый вечер. Ну, это ж тотем? Вот. Или это не тотем? Нет, это просто как бы этот. Видишь взрывчатку? Попробуй ее взорвать. Может, попробуй с другого угла? Вижу. А, вот теперь уничтожится этот тотем. Все, теперь я въехал. Воспрянет. Вот. Все. Первое готово, правильно? В сад возвращается жизнь. Ага, все, в принципе, понял. Так, вторая хрень. Давайте. Тут говорится о заклятии, что погружает троллей в сон, и об артефакте, который сможет снять чары. Так, давай заморозим. От греха подальше. Боюсь, этот артефакт здесь не поможет. Так, а что? Секунду, смотрю. Ага, вижу. Она не может его? Ага, все, вижу. Надо, чтобы оно упало. И когда оно упадет, произойдет эффект. Внимание, вопрос. Как туда залезть? Подождите, меня к этому жизнь не готовила. Тут мы были. Может быть, тут залезть? Не понимаю пока. А это третий что? Ой, там еще вон что спрятано, интересно. Почему никто не залазит? Почему его ничего не интересует? Оп, стоп, все вижу. Вот одну нашел. Есть. Сад, еще взгляни. Дверь соединена с противовесом. Если его опустить, она откроется. Противовес? Где противовес? Взгляни. Куда? Стоп, что-то лежит о жизни. Да. Дверь с противовесом. Я не вижу противовеса. Ага, вижу противовес. Куда мне нужно шмальнуть? Так, секунду. А где противовес? Что я только что поднял? Карта сокровищ. Найдите место, отмеченное на карте. Да вы издеваетесь. А, вон противовес, я вижу отсюда. Не попал? Кратос, там что-то есть. Лианы проросли через окно. Может, подберемся поближе с той стороны? А, все, я понял тебя. Один момент. Знаешь что? Настреляй туда, пожалуйста. Вот так вот. Я где-то достану? Лианы. Они тянутся от моста.
Разбей цепи, противовес опустится. Ну вот лианы. Фрей, ага. Твой брат сказал, асы сожгли его. Да. То есть нужно как-то зажечь тогда отсюда, правильно? Тогда мы еще не воевали. Но отношения ванов и асов давно были враждебными. Фрейру взбрело в голову, что если мы поделимся с ним своей магией, вражда угаснет. Сделаем пока что паузу. Хватило? Не хватило? Вообще никак? Вообще-вообще? То есть эта история неверная, да? То есть не хватает. Блин. Ну да, получается, оно не горит там. Типа я то накидываю. Но история не об этом вообще. Не, ни хрена. Уничтожить нужно противовес. Там у нас вообще колючки. Как добраться мне до колючек этих? Может, когда сверху кину? Надо посмотреть еще раз точку нормально. Знаешь, я бы тебя одолела. Что? Ранее. Если бы там не было Атрея. Ну вот, оно должно возможно гореть. Можем повторить. Выяснить это. Наверное, я смогу колючки снять, когда залезу туда наверх. А как залезть туда наверх, хорошо? Наверное, через эту сторону, да? Тут нигде нельзя высадиться. Нет. По карте показывает. Короче, где-то мы сможем когда-то высадиться, не сейчас. Я думаю, мы сейчас не можем открыть эти колючки, потому что их нужно сжечь. Я уже даже вижу. Наверное, оттуда сверху. У нас единственное тогда, пока то у нас будет ждать, у нас остался вот этот момент. Я жду дня, когда сад вновь расцветет. Вот этот момент. Там иди нужно срывчат. Как-то... Попробуй ее взорвать. Вижу. Может, попробуешь с другого угла? С другого угла? С какого? Она вся защищена. Реально, как я должен туда попасть? Может, попробуешь с другого угла? Обожаю эти моменты, понимаете? С какого угла? Я уже забыл, кто наверх залазил уже, если честно. Тут буйволы, тут мы взорвали. Ведь как я должен туда подобраться? Тут я обратно запрыгнуть никуда не могу. Тут просто у нас был саркофаг. Дальше. Ну давай пойдем туда, хорошо. А, мы тут были. Тут мы спрыгнули сверху. Обратно он залазить сюда не хочет. Хорошо, мы туда залезли где-то отсюда. Вот. Может, где-то отсюда надо кинуть. Вот.
Ах вы, говнюки. Все получилось. Вернемся к Астрид. Астрид, ёперный театр. Не дай бог нам какую-то хрень подаришь. Где ты? Вот ты. Земля. Давай. В ней снова бьется жизнь. Я да, чувствую. Твой сад снова ожил. Фрейя, вы смогли? Все хорошо, Астрид. Пора идти дальше. Спасибо, моя богиня. Я люблю вас. И я тебя. И что нам дали за это? Вы сделали благое дело. Это лишь на время. Скоро сад снова умрет. Как и все так, в мире. Открыть... О, что-то защита Свательхельма, да, мне выпала. А, преимущество увеличения носимого урона от оглушения в зависимости от защиты. Ага. На что можно поменять? Ладно. Но попытаться все же стоит. Так, а что у вас по заданиям? Блин, капец, карта. Водоспад, вот он, сюда. Так, приплыли мы оттуда. Стоп, секунду, а все, больше здесь ничего? Серьезно? Это чисто был островок. Ага, нам надо туда. Фрейя, меня заинтересовало несколько необычных растений. Твой интерес — твоя беда. Я не обязана во всем тебя просвещать, Мимир. Я просто хотел спросить... И тебе ответили. Да, не поспоришь. Так, вот мы плывем на одно из заданий, я уже вижу правильно. Правильно ж? Мы правильно плывем по карте? Ну да. Слушайте, а можно отслеживать два задания сразу? А. Типа, выбери либо одно, либо второе. Ладно. А что это? А, это перемещение. Узнал что-нибудь? Нашли мою броню! Я могу ее в два счета подлатать! Но хорошо бы вы еще принесли мою сферу. Как-никак, я для вас за даром стараюсь. А, ждешь еще? Ну, жди. О, стоп. Это очень важно. А, у меня, внимание, вопрос. Где находится... А куда он делся? А, там же, по-моему, аккуратно надо его убивать, да? Это... Все, я понял. Там, типа, главный момент... Обойти его как-то со спины. А, стоп! А если мы сделаем вот так? Ага, вот так. Ну? Есть контакт. Но меня волнует... А то что, секунду?
Это ж не просто так отсюда торчит. Почти ж поп... Так. Я взорвал. По поводу вот этой вот крутилки. Надо еще ж понять, где оно, то, или то она и была. Если то она и была, то к ней высадиться пока что не могу. Но это не она. М-м. Окей, давай изучать. Вот берег. Не вижу. Муха. Берегись, сверху! Да вижу, ты ж давай тоже, блин, кидай. Готово? Готово. Так, что у нас есть сверху? Раз. Вот это что такое? Моя душа успокоится только вместе с ними. Гунхильда. В чем дело? Я думал, во второй части дополнительных заданий меньше. Конечно, Гунхильда. Но я ошибался. Но зачем? Когда пришли Энхерии, мы хотели... Ты была в отчаянии, знаю, но... Да уж. Мне повезло освободить... Конь. Освободите их. А кто нас освободит? Для несчастных душ это пытка. Значит, убить фанатиков. Не, ну тут все как бы задания рядом. Дополнительные. Вот реально. А, тихо. Так. О, бля. Это была подстава. Давай, наверное, поставим тебе навык. Блин, какой у нас навык стоял? И где мы его выбирали? А, вот здесь, в амулете, по-моему. Не, не в амулете. В оружии. Спартанская ярость, вот. Дополнительное здоровье. Вот так вот. О, раз. Два. Это... Что ж ты будешь делать-то? Говнюки, блин. Заминировали, как только могли. Это тоже старые броня лута. Почти полный набор. Так, жизни чуть остановили. Видимо, впереди Сейдер. Придется искать другой путь. Блин. Не, ну это не та, которая заколдованная. Где мы... Это просто обычный сейф. Аля. Да. Это не то, что мы ищем. А где-то есть именно тот, который на... Вот его мне пока не... А вон он. Вот, все. Нашел. Так, R. R английская и палочка две вверх. Бляха-муха. Так, значит, надо думаться, где крутить эту всю хрень.
смотрим сверху, что мы здесь видим. Давай собьем. Это чтобы спуститься. Еще раз, там у нас что? R, F, угу. И R такая. Окей. Но я только одну видел. А других пока не видел. А, хотя нет. Хотя нет, вон что еще, вижу одну. Это Б, не та. Вот, одна есть. Да, хорошо. Блин, так спрятали ее. Надо посмотреть внимательно все здесь. Вторую мы тоже знаем, где она. Тогда вопрос только в третьей. Тогда вопрос только в третьей. Где третья? Ну ладно, давай тут спустимся мы. Вот вторая. Да, здесь мы ставили стрелку. Вот. Теперь верно, это вторая. И еще одна где-то. И еще где-то одна спряталась. А, это мы вообще отсюда уплываем. Не-не, это да, обратно. Тогда на берег. Нам сюда. Где еще одна? Так, вот она стоит. Ох, блин. Чтоб сомневался. Так, ладно. Давай подумаем, куда они впихнули третью. Без понятия пока что. Но она же где-то есть. Логично. Давай подумаем. Куда они? А подожди за своих друзей. Может где-то сверху надо смотреть. Но снизу я не вижу. Сейчас посмотрю еще парочку раз. Так, тут нет, тут нет. Там вдалеке нет. Где-то, зараза, спрятали ее. Может где-то сверху надо посмотреть. То есть залезть прям. Потому что понизу я не вижу. Может мы еще одну сверху увидим. Блин, и хочется же открыть. Отсюда что-то видно? Нет, не видно. Тут обычный спуск. Зараза, блин, ну. Что же я упустил? Тут тоже нет. Давай еще раз попрыгаем. Смотрим. Нет. Нет. Сюда. Там мы были. Там мы крутанули. Где последнее? Ну и как же нам туда забраться? Мы не сможем. Эти лианы мешают. Подожди.
Так. То есть история интересная. И, наверное, там был бы и ответ. Но... Блин, а как реально туда залезть? Черт побери. Есть цепочка. Но мне не хватает силы, чтобы ее пробить. Да и ничего. Хотя, типа, эта цепь упадет, и, может быть, там есть... Разгадка какая-то. Хотя, наверное, нет. Наверное, это поверху нужно идти. Это чтобы потом спуститься. История не об этом. Я думаю, отсюда можно сжечь лианы. Откуда? Ну откуда сжечь можно? Как я тебе сожгу, блин? Сигарету в нее кину или как? Отсюда можно сжечь... То ли я дурак, то ли ты мне объясни, каким образом я не достаю до твоей лианы. Правда, я ж не достаю. Сжечь лиану. Может, мне нужно как-то а-ля выстроить? Я уже не знаю даже, что я сейчас выстраиваю. Если я поставлю одну сюда. Одну сюда. И одну сюда. Не хватило? Слушайте, история вроде похожа на правду. Ага, о, подожди, тогда, значит, одну сюда. Одну сюда. Одну сюда. Да в смысле? Не? Далеко? Блин, ладно, еще раз. Одну сюда. Блин, теперь уже не достаю. А-а-а! Блин. Ну, в теории логично, да, мыслю? То есть, одна сюда, например. Хорошо, если сюда. Угу. Едреть мадреть, блин. Похоже, сработало. Хренать у вас, блин, ты задумки-то, а? Наполеоновские. Только, пожалуйста, скажите, что там, блин, бляха-муха, там избавиться что-то есть. Что-то есть, как раз-то, третья штука, которую крутануть нужно. Пожалуйста. Скажи, каково это вернуться? Это вовсе не возвращение. Все переменилось. Я теперь здесь чужая. Мне это знакомо. И что это? Серьезно? Вон там появилось рунное слово, видишь? Вижу. Крестик. Мэгги. Теперь
теперь мы сможем добраться до места свадьбы. А, это для твоего задания нужно было. Чтобы добраться до места свадьбы. Я очень рад по поводу твоей свадьбы там и так далее. Но ты мне вообще-то скажи как бы другой момент. Черт побери, мы тут не на свадьбу собирались. Мы пытались понять, где третья хрень, чтобы ее крутануть. Бляха-муха. В смысле? Ну куда они могли ее спрятать? Я вообще в недопонимании. Отсюда ничего не видно. Нет, отсюда ничего не видно. То есть осталось где-то, черт побери, одна крутилка. Правильно я понимаю? Причал и так далее. Там... Охренеть, три задания рядом все. Так и ждут нас. Но вот одну мы реально не нашли. Ну, ладно, я не нашел. Я с радостью починю эту броню. Что там насчет моей потерявшейся сферы? Не знаю. Насчет твоей сферы. Хрень какая-то у нас тут. Ладно, вот так вот на воде мы и закончим данный выпуск. С вами был Андрей Чент. Увидимся в следующем выпуске. На самом деле, все три локации, которые... Они вот, ну, находятся, вот все три задания рядом. Вот раз, два, три. Я думаю, что в следующем выпуске мы их пройдем, позабираем все нужное и пройдем дальше по главному сюжету. Прокачаем нашего персонажа. Всем пока.